Всем большой привет, ребята, спасибо, что вышли на мой канал. И сегодня есть для вас видео о том, как мы с Бусикой будем гулять. Ну что ж, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Приятного просмотра. Итак, ну пока Бусика сидит в клеточке, мы с вами сейчас обустроим для нее прогулочное место. Итак, вот сюда вот, где у нас коридор, я ставлю ящички. Потом стелю плед. Вот. Так вот, стелю пледик. Вот сюда вот на ящичке, вот сюда вот наверх могу положить вкусняшку, но Бусик обычно туда, ну, как бы, не тянется. Вот. После вот сюда вот, вот, ложу Бусикину лежаночку. Вот сюда в бок, вот сюда вот в бок, ложу Бусикину вкусняшечку, пиццу. Сюда вот. Так. Потом ложу также палочку Бусикину. И вот этот самодельный шарик. Вот, запихиваю траву. Потом я заполненный шарик травой. Беру стул. Ставлю его вот так вот. И ложу наверх. Сейчас я вам покажу. Вот. И сверху него ложу вот этот вот шарик. Вот. То есть вот так вот. А потом вот сюда вот я разлаживаю Бусикин туннель. Вот. Туннельчик разлаживаю в бок. Так вот. И осталось самое последнее. Вот здесь, где сижу я, я ложу тоже себе пледик. И все. Бусик на прогулочное место готово. Также я беру свои разные вкусняшки. И, возможно, дрессирую Бусику.